Сергані Ельдорадо. Ну, мы ж не могли о таком даже и мечтать, ребята. Что-то есть. Красавчик. Сегодня нас ждет, я думаю, очень интересный день. Мы планировали второй раз выйти на лодке с предыдущим капитаном, но у него что-то случилось, и он отменил выход. Поэтому мы быстренько нашли то, что смогли найти. Это вот местная лодка с местными гидами. Это Дам и Бат, и они ни слова не знают по-английски. Но вроде как знают тех рыб, которых мы собираемся ловить, потому что мы им показывали фотографии. Посмотрим, что из этого получится. Окей. Опа, ух ты. Ух ты. Слушай, это большая рыба. Давай. Давай, давай. Качай. Да, да, есть рыба. Она внизу, то есть это точно не... Не сурган. Не сурган, наконец-то. Хорошая рыба, слушай. Хлеб, говорю, возьми, Вань. Я не знаю пока, что это. Ой, а сейчас уже знаю, что это. Слушай, ух, красавчик, ты. Красный снайпер. Класс. Сейчас давай его липгрипом возьму. Ух ты! Та... Класс! Смотри какой! Держи! Мангровый снайпер. Морской хищник семейства луциановых. Обитает в Тихом и Индийских океанах, а также на западном побережье Атлантики. По внешним чертам очень сильно напоминает окуня, но имеет более широкое строение челюсти и острый ряд зубов. Достигает длины около 1 метра и веса до 20 кг. Ловят снайпера у коралловых и каменистых берегов. Рыба славится своим сильным сопротивлением при вываживании и способностью отрывать и запутывать снасти. Very good fish. Потом я. Слушай, они что-то очень сильно беспокоятся, кричат, что очень классный для том-яма. Я думаю, им надо его отдать. А то будем где-то еще на необитаемом острове сегодня ночевать. Здесь связи нету, так что. Капитан, for captain. Good for Tom Yum. Yeah, for you. Кап. Дай 5. Красавчик. Знаешь, Вань, по первым ощущениям, твичить тяжелыми воблерами этим гораздо удобнее, чем профиком. Конечно. Оно просто у меня 2 дня ловил так, пальцы получается на катушке, и вот это место именно натирает очень сильно. А здесь гриб такой хороший, продернуть нормально можно. О, поклевка. Да? Пока выматывал слабину, понял. Ага. Какой воблер у тебя? Ганкрафт. Басовый воблер. Да. Но он. Ищу бас. Он диповый. То есть это хорошо. С большим заглублением. Я поставил сейчас сильно тонущий тяжеленный воблер, который сразу будет уходить тоже глубже. Так, что тут получше такое с полетами? Судя по гиду, прошлому нашему, да, то он в первую очередь, когда я показывал ему джиги, обращал внимание на цвет, а не на модель джиги. Вес.
Мне только что Вань, наш капитан, сказал, что усами рулит. Есть! Есть? Да. Отлично. На Юджу? Небольшой что-то. Сарган? Нет, нет, не сарган. Что это за рыба, не сарган? Рыба не сарган. Это у меня с непривычки, Вань, просто. Ага. После профика, кажется, да не, небольшая. Ага. Есть? Да. Что-то есть. Старый есть. Знакомый. Мелкий, но зато. Да. Видишь, мель началась, и вот эти снайперы на меляке и живут. Ого! Кептан! Go, go, Зе! Go, go! О, сарган. Ага. А, сошел. Ты видел, с какого расстояния они видят приманку? Да, да, они вылетают просто с огромного расстояния. Прыгают дельфинчиками. Прикольные создания. Вот это снайперовый пирог. Есть? Да. Смотри, сейчас здоровый. С глубины или там, наверное? Не, у меня глубинный же этот. Наверное, это коса идет под поверхность. Снайперок. А? Тоже надо? Пожалуйста. Том Ям. Все на Том Ям. А, он снова стрит. На меляке только что. На меляке? Это не он был. Там что-то хлюпало такое небольшое. На меляке. Вон снова на меляке. Надо туда подходить. Давай. Гоу. Кэп. Хе, хе. Опа. О. Это ты на что там? Со дна на тайрабу. Наверное, снайпер какой-то. Только забросил тайрабу. Это понял? Я видел. Может быть. Вот, справа, план. Да, снайпер. Снайперок. Опа. Теперь ты видишь, что у тебя большой был снайпер? Да. Том Ям. Вон, смотри, что там творится. Вон. Где? Вон, смотри, что он там делает. Там? Да, смотри. Ага. Их там ух много. Ты что? Go, go, go. Move. Эй, кэптен, кэптен. Move, move, move. Ого-го. Смотри, они со всех сторон тут. Да. Саргане Эльдорадо. Смотри. Ага. Ого, летучая рыба только что полетела. Ну. Затихло. Да ладно. Вон дальше, смотри, что там творится. Похоже, тоже она. Вон сейчас. Смотри. Да. Тоже со дна, да, Вань? Да, да, на движку. Она сопротивляет. Барбекю? Very good. О. Барбекю. Какой вес у тебя стоит? А? Какой вес? А, сошла. Ох.
О, я тут наблюдать буду, как моя джига ловит рыбу. Что-то есть. Что-то есть. Мелкое-мелкое. Снайпер? Мелкое-мелкое. Нет, это вообще неизвестно что. Я думаю, если он маму даже приведет, ничего не поможет, да? Я думаю, нет. Такое нет. О, есть. Покрупнее. Но не такое. Снайпер, наверное, такой неплохой. О! Да. Хороший снайпер. Еще там яму вам. Там я. Не, на лайте хорошо. Приятно так. Снайпер-киллер. Опа. О. Хорош. Тайрабу, да. Я думаю, снайпер тоже. На скайлайне. Приятно. А, не, группер. Смотри, какой приятный группер. Группа. Там ям. Смотри, рыбка у него в рту. Смотри, тая рыба. Ага. И вот. Смотри. Вот это ящер, Вань. Ну-ка, понимаешь, насколько он от дна поднимается? Так? Да. Ох ты, сразу. Досекай, досекай. У меня группер есть. Блин, смотри, какой классный. Ага. О, это что, это другой вид. Группер. Род рыб семейства каменных окуней, насчитывающий 87 видов. Имеет яркую и разнообразную окраску, которая может меняться в зависимости от конкретной ситуации и окружающих условий. Всеядный хищник, в ассортимент питания которого могут попадать рыбы, омары, черепахи и даже мелкие акулы. Длина рыб колеблется от 20 см до более 2,5 метров, а масса тела от 100 грамм до более 450 кг. Некоторые виды имеют промысловое значение. Миша. Go. Заканчиваем? Ну, походу, да. Ну, не поймали мы GT. Настолько попыток ее вытащить было. Ну, как минимум, две чего-то похожего ж было в Руси. Рыболовный рай, он не всегда рыболовный рай. То есть вот по мелочи как бы да. Везде бывают моменты, когда рыба не клюет. Да, серьезная рыба морская. Пелагики, особенно это пелагики. К ним нужен подход, нужно тоже попасть в нужное время. Зато мы потестили палки. Я ими, в принципе, доволен. Есть еще некоторые моменты, которые надо доработать, но в целом как бы... Морская серия, я считаю, практически закончена и готова к выпуску. Ну, мне понравилось, знаешь, как универсальность. Да, что да. Захотел да. воблер покидал, захотел джигу металлическую. Вот она именно так и задумывалась. То есть, хороший универсал. В принципе, я думаю, и у нас в Украине, то есть кому-то она, возможно, и пригодится, кто ездит часто. На дорожку? Не, почему? Кто ездит путешествовать... Одна палочка с собой универсальная. Это удобнее, чем возить целый сноп. Ну, да. Вот. Ну, по крайней мере, у меня в арсенале она точно задержится. Я с ней буду ездить. Поехали. Ну, у нас еще ж пресноводные рыбалки. Еще да.